Семена томата японский трюфель красный на рассаду высевают в марте. В открытый грунт растения высаживаются в конце мая. Сорт имеет склонность к залому кистей, поэтому нужно подвязывать не только стебель, но и кисти. Урожай из теплицы начинают собирать уже во второй половине июня. Если смена томата японский трюфель красный сеялись прямо на грядке, плоды созревают в июле. Плоды имеют грушевидную форму с небольшой ребристостью, вес от 100 до 200 грамм. Кожица помидорок насыщенно оранжевая, как и мякоть. Применяют урожай для потребления в свежем виде и переработки. Томат джапонский штриафел золотой это травянистый высотой от 150 до 200 см с типом роста, индетерминантные. Томат джапонский штриафел золотой имеет средний срок созревания. Плоды имеют массу от 100 до 150 грамм. Форма у плода плод грушевидный с продольными ребрышками. Цвет плода желтого цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.